Трудно себе представить, какой дискриминации подвергались женщины вот, в начале 20 века. Мы много говорим об эмансипации евреев, но стоит помнить, что и женщины тоже нуждались в эмансипации и добились ее сравнительно недавно. И вот то, что героиня романа студентка математики характеризует ее вот именно как удивительную, такую необычную девушку. И Томас Манн дальше описывает, что она присутствовала в университете на лекциях по теоретической математике тайного советника Клинхаммера, сидела вместе с прочими студентами на деревянной скамье и прилежно писала своим вечным пером, ибо известно, что она девушка образованная и занимается алгеброй. То есть математика здесь как раз характеристика героини. Но то, что героиня списана с его будущей жены, с Кати, это видно по многим признакам, и черточки такие Катины все время проявляются. И в частности, одна сцена, которая потрясла в свое время Томаса Манна, и которая заставила его всерьез задуматься о женитьбе, это сцена в трамвае, почти дословно вошла в роман. А сцена была в том, что Томас Манн ехал в трамвай и увидел девушку, которой подошел контролер на выходе и потребовал билет. Об этом пишет сама Катя в своих воспоминаниях. «Ваш билет», — сказал контролер. Я в ответ: «Я как раз выхожу. Мне нужен ваш билет». Я говорю: «Я же вам сказала, что я выхожу, а билет только что выбросила, так как я здесь выхожу. Предъявите билет, ваш билет, я сказал. Оставьте меня, наконец, в покое», — сказала я, и возмущенная спрыгнула на ходу с трамвая. Тогда он крикнул мне вдогонку: «Проваливай отсюда, ты фурия». И вот буквально такая же сцена описана в романе, только там девушка Има Шпёльн идет на лекцию в университет, зажав под мышкой папку с записью лекциями. А здесь стоял строй солдат, который должен был, смена почетного караула какая-то, а она даже вознамерилась пройти мимо замка через двойную шеренгу солдат. Хриплый унтер-офицер выскочил навстречу. «Прохода нет!» — рявкнул он, загородив ей путь оружейным прикладом. «Нет прохода! Назад! Обождите!» Но тут вспылила мисс Шпёльн. «Это что такое?» — крикнула она. «Я спешу!» Слова были ничто по сравнению с тем искренним, страстным и сокрушительным негодованием, которое прозвучало в ее выкрике. А сама какая маленькая и необыкновенная, и дальше он много о ней пишет. Левой рукой она отстранила приклад вместе с огорошенным унтер-офицером и, пройдя через самую середину шеренги, пошла своей дорогой. То есть вот эта сцена трамвая нашла вот такое художественное отображение. И о математике много говорится, и значит, Томас Манн и сам об этом много думал. Вот в частности, такое интересное описание математики из уст Имы Шпёльн. Принц ей говорит, что «я слышал, вы изучаете математику, вы не устаете, ведь это ужасно утомительно для головы». Има ответил: «Ничуть», и продолжил: «Самое очаровательное занятие на свете. Можно сказать, Париж в воздухе или даже в безвоздушном пространстве, никакой пыли там нет и веет свежестью». Здесь слышатся такие идеи Шопенгауэра, философа Шопенгауэра математики. Томас Манн был под большим впечатлением от этого философа, считал его своим учителем. А отношение Шопенгауэра к математике было очень такое скептическое и даже презрительное в чем-то. И вот в афоризмах Шопенгауэра есть, например, такие строчки. «В математике ум исключительно занят собственными формами познания, временем и пространством. Следовательно, подобен кошке, играющей собственным хвостом». Ну, понятно, что Шопенгауэр в этом смысле не ценил математику как полезную для жизни науку. В какой-то мере, по-видимому, Томас Манн тоже разделял эту точку зрения. Но взгляд на математику его тестя, профессора математики Альфреда Принцхайма, был прямо противоположный. И надо сказать, что из-за этого в семье возникали нередко напряженности, а то и скандалы.
Альфред Принцхайм занял довольно высокое место в иерархии математиков своего времени. И он был академиком Баварской академии наук, профессором Мюнхенского университета. И ему поручили на торжественном заседании академии в 1904 году сделать доклад, такой пленарный доклад для всех желающих. И он выбрал тему о ценности и якобы ненужности математики. И этот доклад был, ну, процентов на 80 посвящен как раз разоблачению идей Шопенгауэра. И наоборот, то, в этом докладе Принцхайм доказывает, обосновывает, утверждает, что математика очень важная наука, и действительно она нужна. А если математикам запретить заниматься вещами, которые не имеют непосредственного приложения к жизни, то математика просто засохнет. Кстати, в этом же докладе он приводил такой пример, очень показательный и важный, о котором я тоже вам рассказывал, когда мы говорили о физиках. Он приводил пример, как философ Огюст Конт, основатель позитивизма, писал в своих работах, и это была как бы основа позитивизма, философского направления, что не нужно заниматься вещами, которые нельзя реально проверить. И в качестве примера Конт приводил такую вещь, что мы никогда не узнаем химический состав далеких звезд, потому что мы там не побываем никогда, и этим не нужно заниматься. И вот Конт умер, а буквально через 2-3 года после этого химик и физик Кирхоф и Бунзен, химик, знаменитая чья горелка, открыли спектральный анализ. И с помощью спектрального анализа смогли довольно быстро определить структуру Солнца и даже найти неизвестный до сих пор элемент химический, который назвали гелий. То есть то, что Кёнт запрещал как бы чем заниматься, что это бесполезное занятие, оказалось с помощью физики и математики, как раз это приводит к практическим результатам. Так что Принцхайм мог бы быть консультантом для Томаса Манна. Надо сказать, что математика и в других произведениях встречается. У меня целая лекция есть о Томасе Манне и математике. И, в общем, практически во всех местах Томас Манн не допустил ни одной математической ошибки. То есть достаточно грамотно сказал, описал тонкие математические конструкции. Возможно, ему помогала Катя, которая закончила несколько семестров в Мюнхенском университете и слушала курсы математики и физики. Физики у самого Рентгена, а математики у своего отца. Но отношения Томаса Манна с тестем были напряженные. Об этом в другой раз я вам подробнее расскажу причины. Так что консультантом он вряд ли мог быть. Прототипом профессора Принцхайма в этом романе был Самуэль Шпёльман, отец Иммы, миллиардер, такой же богатый человек, как и Альфред Принцхайм, тоже коллекционер, но это немножко другая история. А теперь вернемся к событиям в Бонне, и здесь надо сказать несколько слов о друге Томаса Манна, Эрнсте Бертраме. Они были очень близки, примерно с 1910 года. Главный труд Эрнста Бертрама был том, монография, огромная монография Ницше, которая вышла в 1918 году. Фактически параллельно работал Томас Манн над другим своим трудом «Размышления неполитичного». Он вышел в свет в 19 году. Так что они были очень близки литературно и по жизни. И когда Томас Манн отдыхал, жил в своем летнем доме в Бад Тёльце, такой городок-курорт под Мюнхеном, то
Вот он приглашал туда своего друга Бертрама, и они много времени проводили в беседах. А Бертрам учился в Боннском университете. Его руководителем был Бертольд Лицман, такой германист. Есть улица Бертольда Лицмана. И, по-видимому, с подачи Бертрана Лицман выдвинул Томаса Манна, его кандидатуру, на вот, кандидатом на получение почетного звания доктор наук от Боннского университета. Этот университет выделялся среди всех университетов Германии своим консерватизмом. Это был такой очень националистически настроенный университет. Он был основан в 1818 году, так он назывался, Рейнский университет, Фридрих Вильгельм III. В этом университете учились многие знаменитые люди, известные, печально известные. Там, например, студентами был Карл Маркс, Генрих Гейне, Йозеф Геббельс учился в Боннском университете. Это был мощный такой университет, но весьма консервативного такого направления. Лицман тоже был, так сказать, национально ориентирован, но без крайностей. Антисемитизм ему был чужд, у него жена была еврейка. Но взгляды консерваторов он твердо придерживался. К этому времени, сейчас нужно рассказать, значит, как провел Томас Манн годы Первой мировой войны. Награждение произошло, как я вам сказал, в 1919 году, после окончания Первой мировой войны. Университет был основан в 1818. Значит, в 1918 ему исполнилось 100 лет. И по этому случаю должно было состояться торжественное заседание. Но так как это был последний год войны мировой, то это отложили на один год, и все происходило в 1919 году. А годы войны Томас Манн встретил в своей новой вилле, она была как раз построена в начале 1914 года в Герцог-парке, огромный участок под эту виллу. Она расположена в очень красивом месте, на берегу реки Изар, в тенистом таком лесном парке. В этом доме, вот начиная с 14 года, он жил вплоть до своего отъезда из Германии навсегда в 1933 году. То есть почти 20 лет прожил в этом доме. Вот стояло это чучело медведя сибирского, привезенное из Сибири, которое тоже во многие произведения Томаса Манна вошло. Это его рабочий кабинет, где он писал свои романы, в том числе и вот «Волшебная гора». Здесь он получил известие о присвоении ему Нобелевской премии в свое время. И вот как раз в 2014 году, буквально в тот год, когда семья Томаса Манна переехала в свою новую виллу, началась мировая война, которая поначалу вызвала огромный всплеск воодушевления, даже восторга населения. Люди выходили на улицы, торжественно приветствовали войска, которые шли на фронт. Фотографии запечатлели митинги вот 2 августа, на следующий день после объявления Германии войны России. Ликующая толпа приветствует это объявление. В этой толпе даже нашли фотографию Гитлера, который присутствовал здесь. Ну, есть, правда, мнение, что это позднейшая вставка времен Третьего Рейха, но факт есть факт, что Гитлер действительно был тоже в огромном восторге от известия о начале войны, и он был счастлив, что удостоился чести пойти на фронт. Поразительно, что и Томас Манн, который
стал в конце концов убежденным антифашистом, противником Гитлера, фактически в эти годы был абсолютно такого же мнения и о войне, и о роли Германии в этой войне, как и будущий фюрер. И он своему брату буквально через неделю после начала войны пишет письмо: «Не впору быть благодарным за неожиданную возможность увидеть на своем веку такие великие дела». Буквально то же самое, такую же благодарность возносил и Гитлер. А потом он еще через 10, там, через месяц писал, что это великая, глубоко порядочная, даже торжественная народная война. В этом смысле он сразу разошелся в мнениях со своим братом, и это расхождение привело к тому, что они в конце концов разорвались, отношения были, и несколько лет их не поддерживали. Более того, они оказались в разных лагерях. Томас Манн поставил свое перо вот на службу националистам и писал мысли о войне, о том, что это война немецкой культуры с европейской цивилизацией, а культура выше цивилизации, он хотел доказать. Тогда Генрих Манн написал злое эссе «Заля», где резко высмеял своего брата, и это подтолкнуло Томаса Манна к тому, чтобы засесть за огромный труд размышления политического, который он писал вот все годы войны, вплоть до 1918 года, и где фактически он в этом труде обосновывал справедливость войны с точки зрения Германии и несправедливость Антанты. Европейцы, которые следили за вот, развитием мнений в стране и оценивали выступления известных людей, отметили, что Томас Манн явно принадлежит к кругу оголтелых националистов. Ромен Ролан, например, писал, что Томас Манн – разъяренный бык с опущенной головой, несущийся на шпагу Матадора. А Луначарский Анатолий Васильевич, который писал в это время книгу в России о трудах Генриха Манна, сказал про его брата, про Томаса, что он совершенно сумасшедший шовинист, истерические вопли которого даже в глазах самых заядлых пангерманистов кажутся компрометирующими. Ну, здесь, конечно, будущий нарком просвещения немножко сгустил краски. У Томаса Манна все-таки истерических воплей не было, он мастер слова. Но то, что он был действительно неотличим от ярых националистов, это факт. И вот, когда эти два обстоятельства соединились вместе, когда в 1919 году праздновалось столетие университета в Бонне, самого националистического, как я уже вам говорил, консервативного университета, в котором общий дух был такой, что войну Германия проиграла, потому что ее предали, предал даже кайзер, который отрекся от престола. В этом университете не признавали республику Веймарскую и считали, что это все предательство немецкого духа. И вот когда по случаю столетия университета было разрешено или было решено назначить 10 почетных докторов, то Лицман с подачи Бертрама, друга Томаса Манна, предложил кандидатуру писателя, явно имея в виду только что вышедший том размышления политического, который по духу своему, националистическому, консервативному духу, был очень близок к духу университета. И тогда кандидатура Томаса Манна прошла ученые советы факультета и всего университета, хотя это был очень редкий случай. До Томаса Манна почетную степень доктора получил только один литератор – Клаус Грот. Это было еще в 19 веке, в 1856 году. А все остальные почетные доктора были учеными. Но надо сказать, что Клаус Грот тоже защищал диссертацию потом, защитил потом нормальную диссертацию в Кёнигсберге, нет, в Кильском университете.
Так что он тоже был в каком-то смысле, хоть и писатель, но причастен к науке. А Томас Манн был единственный писатель, который никакого отношения к науке не имел, но благодаря вот этому своему общему настрою и книге был все-таки удостоен этой высокой чести стать почетным доктором. В самом назначении о книге «Размышления о политическом» не говорилось, а говорилось только о его романе «Буденброке» и о других его произведениях. Такое смешное повторение истории. И когда ему Нобелевскую премию вручали в 1929 году, то есть через 10 лет, то Нобелевский комитет тоже отметил, что вручается за роман «Буденброке» и другие произведения. И почетное звание тоже за «Буденброке». На само вручение Томас Манн не попал. По-моему, микрофон прекратил работать, да? Прекрасно слышно. Слышно, да? Без микрофона лучше. Еще даже лучше. Нет, нормально. Ну, хорошо. Значит, на само вручение он не попал, потому что эта область, где расположен университет, Рейнская область, была после войны оккупирована войсками союзников, прежде всего французскими, конечно, войсками. И для проезда в эту Рейнскую область, для въезда туда, требовалось получить специальные паспорта. Не каждый это мог. Вот эта почетная грамота, которую получил Томас Манн. И он, правда, ответил не сразу, но через 2 месяца он, видно, подбирал слова благодарности, ответил декану факультета благодарственным письмом. А дальше по возможности поддерживал отношения с Боннским университетом, почетным доктором которого он теперь являлся. Он, например, читал в 20-м году, делал доклад в Обществе литературы и искусства Лицмана. С Лицманом они стали после этого друзьями. В 21-м году он подарил факультету свою книгу «Rede und Antwort». Речи и ответ. Но надо сказать, что к этому времени Томас Манн стал проявлять себя совершенно иначе, чем было во время войны и сразу после нее. У Томаса Манна изменилось отношение к Веймарской республике. Оно менялось, по идее, постепенно, но вот к началу 20-х годов, в частности, в 22-м году, этот разворот стал абсолютно явным и шокировал очень многих его знакомых, друзей и бывших коллег. По-видимому, вот возвращаясь к этой книге, которую подарил Томас Манн в 21-м году, по-видимому, декан факультета уже почувствовал что-то в изменении мировоззрения Томаса Манна. И даже не поблагодарил за эту книгу, а просто написал письмо, что он подтверждает получение этого подарка. Лицман был страшно возмущен, пытался даже поднять этот вопрос на ученом совете, что это оскорбление университета. Как же так, наш почетный доктор, писатель всемирно известный, дарит нам книгу, а декан даже не поблагодарил за это, да? А только отметил, что он ее получил. Ну, как бы то ни было, в 1922 году позиция Томаса Манна определилась окончательно, и, выступая по случаю 60-летия Герхарда Хауптмана, он призвал молодежь немецкую признать Веймарскую республику и дальше двигаться вместе с ней к демократии прочь от своего прошлого.
Конечно, эта речь потом была опубликована в Немецкой Республике, в брошюре, она так и называется. И, как я сказал, произвела вот фурор в обществе. Многие его бывшие друзья порвали с ним, писали письма возмущенные. На Томаса Манна, конечно, еще подействовало убийство, которое в 22-м году произошли, убили министров Эрцбергера и Вальтера Ротенау. Эрцбергера в 21-м году, Вальтера Ротенау в 22-м году. Они были евреями, антисемитизм в то время был по-настоящему свиреп в Германии. По оценкам современников и историков, он был даже еще более сильным и зверским, чем во времена Третьего Рейха. И Томас Манн в этом смысле четко стал на позиции республики и признал, что его размышления о политическом не всегда верны. И во втором издании выбросил несколько мест, которые его компрометировали. Когда в 1933 году сжигали на кострах книги немецких авторов, противоречащих так называемому немецкому духу, то книг Томаса Манна тогда почти не сжигали. В официальном списке сжигаемых книг Томаса Манна не было. Но книгу, вот брошюру о Немецкой Республике, нацисты сжигали в числе первых. В отдельных городах, в Ганновере, в Кёльне, сжигали и другие книги Томаса Манна. Здесь была уже инициатива местных властей. Лисман был в шоке, как и другие. Но на 50-летии Томаса Манна, которое праздновалось в 1925 году, он присутствовал. Так что он вот, дружеские отношения с ним не порвал. Он быстро умер, к сожалению, сразу в 1926 году после этого. И Томас Манн по случаю смерти Лисмана выступал в Бонне, но самим университетом он уже практически отношения не поддерживал. Правда, после вручения Нобелевской премии опять интерес университета к Томасу Манну возник, потому что всем понятно, что это большое повышение престижа университета, когда и его доктор, почетный доктор, становится лауреатом Нобелевской премии. И Томаса Манна приглашали, вот он по пути в Швецию на получение Нобелевской премии, остановился в Бонне и прочитал лекции. И надо сказать, что его очень восторженно принимало студенчество. Как ни странно, при всем консерватизме преподавательского состава Боннского университета, студенты там были настроены не так консервативно, как в других университетах Германии. И нацистов поддерживали на выборах, в частности, меньшее число, меньший процент студентов, чем в целом по Германии. Такой вот парадокс. Одним из студентов, который присутствовал на чествовании Томаса Манна, был Эгон Хюбингер. Хюбингер стал потом, можно сказать, летописцем этого события. И вообще вся история, связанная с Боннским университетом, описана в огромной книге этого автора, о котором мы еще с вами поговорим. Как только нацисты пришли к власти в 1933 году, одно из первых их указаний по университетам была инструкция проверить выданные докторские степени, особенно почетные докторские степени. И тогда, в 1933 году, Боннский университет прислал в Министерство науки и образования специальный отчет, где отметил, что, по-видимому, вручение почетного звания писателю Томасу Манну было ошибкой. Но тогда решили пока ничего не предпринимать, а просто отметили это про себя. А в феврале 1933 года Томас Манн покинул Германию. Он поехал вместе с Катей
в поездке по нескольким европейским столицам, читая лекции о Вагнере. И оказалось, что после этого он в Германии уже жить не вернется никогда. Это было началом его изгнания. В изгнании он вначале поселился в Швейцарии, и там проявил себя не очень последовательно. Это был для него очень трудный период. Он не мог